слушались. Юрий, как вам Дора и ее вокал? Спасибо, знаете, я, кстати, не помню, кто это. Как-то помню, кидали знакомое название, но так именно не помню, кто. Сейчас посмотрим. Что такое все лоу-фай? Сейчас раскачается. Плюс на входе в шмонали грубо. Я в толпе людей на сцене. Под фанеру рэпчик скучный. Боже, что за жизнь. Я надеюсь, что сегодня будет Ют-рок, супотропительный ют-рок. Ют-рок, супотропительный ют-рок. Ют-рок. Но вообще нормально звучит. Просто мне не нравится тембр, что он ноющий. Но так, как бы, чисто по исполнению нормально. Вон тут у меня сбоку там прилетело авторадио, сейчас посмотрим, интересно. Ты права, а потом вернется к ней в кровать. Да нормально она поет, да. Просто вот эта манера, ну, какая-то плаксивость такая есть. Но может это просто как фишка. Много есть ключи, что мне хотят любви. Но когда внутри сердечко заболит, ты снова позвонишь, снова мне звонишь. Но почему же ты? Да нормально поет. Я думал, это какой-то прикол, типа, что... Ну, что, типа, это какая-то труха там, типа, бузовый, да, и поэтому все угорают. А вот нормально. Там вот этими проходиками чувак Хэммит уже полностью вынес, то что там какой-то аккордик, потом какие-то там типа а-ля переборчики, снова аккордик. Да, будет развиваться дальше. Сохранёнки, залечь мою душу, согрей мое сердце, без тебя замерзаю. И что же мне делать? Опять я стесняюсь написать тебе лично, потому что боюсь быть навязчивой слишком. Как рассказать, да, что ты мне нужен так сильно, я оставил лайки. Каждой картинкой, как Юна Гасай, за тобой наблюдаю. Хочу знать о тебе больше, чем твоя мама. Почему любишь гром и о чем ты мечтаешь? Для чего тебе жизнь, какие на нее планы? Пригласи меня на интернет-свидание. Я 2D-персонаж твоего подсознания. Пригласи... Да, ну я, конечно, такой слушать не буду, совсем уж прям для детей. Но здесь как бы остается только выразить респект, что чуваки вышли и по-честному вальнули. И по качеству игры ту же самую метлу просто именно... Фу, вот так вот сделали. Просто уничтожили. Или того же самого там Варшавский, когда тоже на это авторадио приходил. И далее. Поэтому некоторые валят. Я помню, как-то не попалась Айова вообще.